Сосед, слышь, сосед, тут койка откинулась. Можешь чем-нибудь помочь, а? Вы только посмотрите. Кажется, он играет с ними. Он пинает коробки. О, спускается, поздороваться, наверное, хочет. Ты теперь все знаешь, ты должен умереть. Чё за шуточки? Замки! Откуда они? Вот это я отхватил, Лили. Ах же этот соседушка. О, башка моя. Запихал мне снова свой подвальный бермудский квадрат. На каках спал, что ли? Тут, я думаю, попахиваю чем-то. Да еще и на пердящий матрас положил. О, зашквар-то, а. Ух, как же у меня башка болит. Кто здесь бегает? Кто здесь? У меня здесь злая собака, если что. А? Кто-то дверь открыл? О, интересно, интересно. Кто это мне открыл дверь? О, мать честная, кажется, здесь был ребенок. Или это моя кукла? Да не, я же в куклу-то не играю. Прощай, подвал, да здравствует вентиляция. Да сейчас я как выползу из этой вентиляции, да как огребу по полной. Да как бомбанет мой пуканище, да я... Куда это я приполз? В каком же я днище-то, а? Сосед, куда ты меня запихал? Не, там слишком темно. Ладно, буду идти на свет. Птички, я иду к вам. Вот это я поиграл в пряточки. Эй, сейчас бы в ванну с уточкой. Опа-на. Вот это я выбрался. Вот это я удачно попал. Сектор приз на барабане. Вот это заборище. Как я тут... О, бинокль. Ну-кась. Вроде напряжения нету. Все шикарно. Проберусь. Выберусь. Ну как кто это там бежит? Кажется, мне тоже надо бежать. Surprise, motherfucker! Ты теперь все знаешь, ты должен умереть! Вот это я прилип! Оказывается, мой дружелюбный сосед — это Человек-паук! Ах, паук! Вот он лопух! Спалился! Че это он меня в парк аттракционов-то привез? То подвал, то парк аттракционов, он бы уже определился. А то его фиг поймешь, что он добрый, то он злой. Завывание какое. Темно, мрачненько, страшненько. Здорово, картонная башка. Это моя вагонетка, да? Ладно. О, нифига себе, какой взрослый. У меня уже часы есть, и одежка такая приличненькая. Давай, пускай. Юху, понеслась жарень. Сейчас я тут набздюхаю. Опачки. Соседский дом. Эй, да ну нафиг, я обзорную экскурсию не заказывал. Ага, у соседа все дома. Ясно. Да блин. Я походу въехал. Я опять в отключке. И мне какая-то фигня снится. Не реви. Не ной, а то чё, как не ковбой. О, ну наконец-то, на природу выехали. Так какая-то стрёмненькая природа. Да, назревает экшен. Сейчас будет адреналин раш. О, пока заедешь, уже 150 лет пройдет. Чё это там? Погодите, там кто-то на рельсах стоит. О, чую, беды не миновать. О, да! Пошла жарень! Грязные, потные, рваные, вонючие носки!
Да где же здесь этот выход или ключик, или что там нужно-то? Опачки, пардон, прошу прощения, я не знал, что здесь очередь, я подожду внизу. Вот говорил же соседу, сосед, поставь лифты, ну не дело же ползать по таким длиннющим высоким лестницам. Да, здорово, сосед, я здесь. О, спускается, поздороваться, наверное, хочет. Дружище, кажется, из тебя что-то вывалилось. А, и да, я забыл, что я дома забыл утюг выключить. Сейчас мы с вами наблюдаем уникальнейшие кадры, как неандерталец-сосед охотится за своей добычей. Оператор Шухер, нас спалили! Валим! Сейчас мы с вами наблюдаем, как особь занимается спортом. Слышь, ты чё, извращенец? А ну иди сюда! Эй, да мы документальный фильм снимаем! Сейчас мы попробуем заставить особь попробовать поиграть с этими коробками. Кажется, он нас услышал. Сейчас он прибежит. Прячемся. Вы только посмотрите. Кажется, он играет с ними. Он пинает коробки. Какой придурок мне коробки сюда натаскал? О боже ж ты мой. За что мне это? Ну вот, еще и птица на плечо нагадила. Человек успех. Надо пойти смыть побыстрее. Также мы заметили, что если особь очень сильно занята, то к ней можно незаметно подкрасться очень близко. Что мы сейчас и сделаем. Оператор за мной! Тихо-тихо-тихо, только не спугни его. Итак, как вы видите, мы очень близко к нему подобрались. И так как он занят своим делом, лазит туда-сюда, он не обращает на нас никакого внимания. Да вы дебилы! Я просто заглючил! Вызовите программиста! Я не могу слезть с этой лестницы! Еее, прорыв! Сейчас соседа затоплю нафиг. О, вентиль. О божечки, всепоглощающий вентиль воды. У меня есть магический красный вентиль, теперь я могу все. Заводи, брат! Мое пятое чувство подсказывает, что будет беда. Я вижу соседа. Сосед, у меня есть красный вентиль и дырявый вонючий носок. У тебя есть два варианта: занюхнуть мой дырявый носок или получить вентилем по лбу. Ой. Да. Ну и где я в этот раз? Фу, какая бескусица, болотный цвет стен. Опачки. Кажется, я в больничку попал. Кажись. А кого лечим-то? Где больной? Эй, что началось? Ты чё так пищишь? Упс, кажись, койка откинулась. Если чё, это не я ничего не делал. Сосед, слышь, сосед, тут койка откинулась. Можешь чем-нибудь помочь, а? Кажется, у него башка болит. Он меня не слышит. А тут койка помирает. Беда. Койка, ты держись тут, ага. Посетитель, у меня для вас плохие новости. Скажите, пожалуйста, кем приходилась вам эта койка? Это моя любимая койка. Я 10 лет не менял на ней белье. Ну, что я могу вам сказать? Примите, пожалуйста, пургенчика. Точнее, этого, слабите. Тут и, блин, этого, успокоительного. Дело в том, что ваша койка того. А теперь она там, высоко, над нами. В раю коек. О боже. Как же мне теперь спать? На чем же мне спать? 10 лет. 10 лет. Так, походу пора валить с этой дурки. Сосед мне как-то говорил, но я точно не помню. Вроде он хотел бассейн у себя дома. Ну так я ему сейчас это и устрою. Я тут немного с водичкой переборщил и кое-что узнал. Узнал то, что я не умею плавать. Просто как топор на дно падаю и все. И не могу ни всплыть. И не могу ни поплавать. Разве это отдых? Вот это я какаха, а? Не плавающая какаха. Ну как это еще по-другому назвать? А вообще я хочу попасть вон туда, вон в ту дверь. Но учитывая тот факт, что я не плавающий, мне пришлось сооружать подводную башню. Кстати, картонные коробки, деревяхи и вообще все такое легкое, что должно по идее держаться на воде, тоже все тонет. Так что я не один здесь какаха. И да, я взобрался сюда вот таким вот макаром. Потому что я ленивый, и мне хотелось как-то побыстрее сюда взобраться.
О, да, заветный ключик, который поможет мне сбежать из этой ловушки и соседа. Ну все, пришло время валить. О боже, я весь истощен. Куда этот бомжонок свалил? Твою ж за ногу долбаный документалисты задолбали. Ничего, ничего, ты еще вернешься ко мне. Выкуси усач.